take me in your arms and let me go. Кто мог позволить Андрею Хвалько так безжалостно выбрасывать национальное достояние Татьяну Навку, даже несмотря на то, что ей хотелось рискнуть? Но это я откомментировал неудачу, а весь остальной номер, он полон удач. Он быстрый, он красивый, завершенный. Я бы даже сказал, употребив старое слово, он идейный. Знаете, мне кажется, Навка не была бы никогда Навкой, если бы она не была такая сильная авантюристка. То, что она хочет, она все равно сделает. Не каждый решится сделать такие элементы. Для меня это просто сумасшествие. Для меня не важно, что Татьяна не сделала выброс, потому что это учат просто с детства эти выбросы. Поэтому, Таня, ты молодец. И еще я, конечно, восхищаюсь Андреем, потому что Андрей уже преображается от номера к номеру.